Вообще, да. Доставайте пистолеты. Две недели. Ну я там просто так кину, что я здесь как бы. Новые пистолеты. Еще посмотрю. Там пиздец, он, блядь, то смотришь, блядь, у меня на 7 человек меньше, то приходишь на 10 больше, блядь, за эти 2 недели. То уходит, то приходит, вообще поймешь там. С группы уже сразу понять. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Ты похуй. Так а там что зависит? От подписчиков или от просмотров? От нет, его. Просмотров, от подписчиков. И от лайков. Нет, дизлайк. Макс, а что ты это? На смене написал чмори и на флешку. Первый. На флешплеер скинул ссылку. Чмори. Нафиг говорит, она свой смену скинул ссылку на флешплеер и написал чмори. Его там нету. Наверху. А там шутка. Что-то я кинул, не зацепил. Защитите стратегические объекты. Ну, у себя на странице ты ссылку на флешплеер. Написал чмори, ссылку на флешплеер скинул. На синий, наверное. Я ничего не писал вообще. Блин, зум. Куда кидаю гранату! У себя ты написал, блядь, в этом, нахуй. На странице, блядь, ВКонтакте, чмори. Ой, возможно. Депо. Понятно. Депо. Здесь центр рельс. Я, честно говоря, ничего не писал. ВКонтакте, блядь, заходил сегодня один раз. Пошел, иди там. Посмотри, посмотри, у тебя там написано чмори. И ссылка на флешплей. Я сейчас, ты никто не знает, команда наверное, противника разбита. Только жена понял. Я знаю. Защитите стратегические объекты. Вот, чмори, скачай флешплеер бесплатно. Последняя версия флеера. Так ты вчера пьяный, наверное, сколько написал. Да по-любому. Макс, стрели миню. Макс справа мина стрелит на ручке. Все отлично. Блять, мина. Я уже тут с Валерой повалил, так, блядь. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Медицин Сиксау, он не смог меня завалить. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Купи коврик. Он у меня есть. Просто гасить, хуй знает, как нужно, блядь. Макросом, как Юра. Ну да. Хуи сосали они между собой, чё как ебать. Ну да, да. Да, 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 все так вы говорите. На самом деле играют и не могут тащить. Если ты не можешь тащить, макрос тебе не поможет. Так, где еще будет? Блядь, зум-то это шоу. У меня с Валера две поддержки уже подписали. Ну что, наверху? Кука, рейси, а, да. Рейси меня. Да нахера, ёпта. Да какой рейси надо? Рейси, чё, блин, фарм. Блин, фраги, какой рейси. Рейси меня, прирежни. Да-да-да, там булка ищи. Не-не, на бетонке был вроде. Где-то бетон бегает. Странно. Может, зум его не заметил, прошёл. Блядь, зум стреляет. Где же он, ё-моё? Ебать, смыкался сюда. Вон здесь, на респе, вот он. Он думал, вытащивается, где этот чмок? Да он опять, наверное, наверху сидит, дебил. Нет, наверху. Не, у них уж ты. Не на этом наверху, а на том наверху. Понятно. Тот, который там вверх делает. Я понял. Да, все да. Все бойцы противника. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Все, пиздец, жалоба улетела. Раунд начался. Да я сам жалобу кинул. О, помогало. Давай, бля. О, в кустах лежат все. Подходи. Их не вверх. Тебя там на респе что-то? Их не вверх, их не, я уже снял того. Я еще. Снял. Не респа. Снял. Да, бля. У меня Валера вообще сегодня, блядь, как-то. Кисло работает, блядь. Он на единицу, на двойку убежал куда-то. В
Бен здесь, но не едет. А какой пацаны, тип? Бен, берегите, Бен, береги, там кто-то всего готов. Сейчас будет нас гасить, страшно. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Сейчас они таких хоп 6 раундов, они нас сливали на 6 раундов задачи. Раунд начался. Бук, это наш тащер с пистолетом бегает. Ну он спрашивает, я ему обещал 6-5 выиграть, ну блядь. Завтра. А, твои что? Нет, вообще как-то не а, ой, на пленту, на пленту, ой-ой-ой. Отлично, мне это. Давай, 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 осталось 4 всего, трое. Давай, 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 тащите. Гасите. Бомба взята. Да еб... Игрок с бомбой убит. Проходного контейнера у игрок нет, давай. Так, наш что-то долго уже. Давай, лезь. Последний шлюгин остался. Давай, сейчас ты его попрыгнул, найдешь так, наверное, инфасот. Просто. Мина, вот палена мина, да? Да давай не будем ставить. Бомба установлена. Палево, Рагнан, палево. А Юра поднял меня. Изи катка для нас пишет. Когда-то и мы такими были.